Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня поговорим о взятии на грудь из ямы с медленной тягой. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Данное упражнение является усложненной версией обычного взятия на грудь из ямы. Ссылка на него в правом верхнем углу видео. Данное упражнение отлично подходит для формирования мощного и правильного съема ногами, что достигается за счет ямы, а также для удержания правильных углов во время тяги, что вызвано искусственно замедленной скоростью тяги. В данном упражнении используются небольшие веса для наработки именно автоматизма и формирования запаса скорости после тяжелой тяги. Новичкам рекомендую выполнять данное упражнение с весами до 65%, до 3 повторений в подходе. Рабочих подходов может быть от 4 до 5. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, видео было полезным. Также смотрите другие видео, представленные на этом экране. Они помогут вам лучше разобраться в данном упражнении. Любые свои вопросы не стесняйтесь задавать в комментариях.